Привет, друзья! Если вы хотите, чтобы Джанан и Зухаль были арестованы, если вы хотите, чтобы Сехер и Яман были вместе, давайте нажмем кнопку «Нравится» и посмотрим, кто с нами согласен. Не забудьте включить уведомления, чтобы получать уведомления о первых видео. Будут ли Сехер и Яман вместе? Выздоровеет ли Яман? Что у Джанан плохой план насчет Сехер? Придется ли Сехер развестись с Яманом? На все ваши вопросы отвечу в этом видео, друзья. Не теряя много времени, перейдем к новому эпизоду сериала «Доверенное». В новом эпизоде сериала «Доверенное» Джанан продолжает свои злые дела. Потому что, если вы помните, Джанан снова отравил Ямана в последнем эпизоде. Яман тоже корчился от боли. В результате печень Ямана оказалась на грани банкротства. Если Яман продолжит доверять Джанан, всем будет конец. Потому что Джанан наконец разводится с Яманом и Сехер. Яман и Сехер также расстались после развода. Сехер и Яман должны остерегаться злых дел Хакан. В следующем эпизоде Яман попадает в больницу из-за отказа печени. Сехер думает, что Яман умрет, и начинает плакать. Сехер делает все возможное, чтобы помочь Яману поправиться. Но Сехер не может помочь Яману. Потому что только Джанан может исцелить Ямана. Если вы помните, Джанан узнал о детской болезни Ямана. Джанан знала, что ее собственная печень совместима с Яманом. Вот почему Джанан разработал плохой план по разделению Ямана и Сехера. Зухаль также ждал, что Джанан разделит Ямана и Сехер. В следующем эпизоде Джанан видит, как Сехер беспомощно плачет. Джанан говорит Сехер: «Если ты любишь Ямана, ты сделаешь то, что я скажу». Сехер говорит, что сделает все, что скажет Кэнон. Джанан также утверждает, что ее печень совместима с Яманом. Сехер испытывает большой шок, потому что Сехер узнает, что у Джанан нет рака печени. Ложь, которую Джанан сказал всем, также раскрывается. Но Сехер должен делать все, что говорит Кэнон. Поскольку Джанан это знает, она хочет, чтобы Сехер развелась с Яманом. Сехер также разводится с Яманом для его выздоровления. Другими словами, в нашем сериале будет еще одна сцена разделения. Конечно, тем временем Недим идет за Никми. Никми встречает Сехер. Сехер нехотя помогает Никми. Благодаря Сехер Никми удается сбежать от Недима. Но в следующем эпизоде Недим находит Никми. В результате Недми обыграла Никми. Затем Недим противостоит человеку Джанан с Сехер и Яманом. Яман также подозрительно относится к человеку Джанан. Яман хочет решить отношения своей матери с Никми. Но у Ямана это не получается. Потому что Яман до сих пор не узнает правду. Сехер жалеет Никми и отпускает ее. В результате зло снова побеждает. Зухаль и Джанан наконец достигли своих целей. Потому что в следующем эпизоде Яман и Сехер наконец-то разведутся. Конечно, пока не случится этот развод, в нашем сериале переживаются сцены, полные любви. Яман хочет быть Сехер все это время. Сехер тоже хочет быть Яманом. К тому же этот союз был слишком поздно. Теперь все хотят, чтобы Сехер стала матерью, а Яман аут. Если на змее Йылмаз задержит беременность Сехер, это разозлит всю нашу аудиторию. Но на наш взгляд на змеи наш сценарист наконец-то всех удивит. В результате Сехер и Яман будут спать в одной постели. В результате Сехер забеременела. С беременностью Сехер все очень довольны этой новостью. Никто не может на время разлучить Ямана и Сехер. Таким образом, Сехер и Яман пытаются быть счастливыми со своим малышом. Но Сехер пока не может узнать, что она беременна.